Всем салют, ребят, с вами Ревас. Добро пожаловать на нашу новую, юбилейную, 20-ю серию «Пути к сотне миллиардов». По классике жанра я знаю, как это записывать видеоролики, а именно почти в 5 часов утра. Что такое сон? Да, мы такое не знаем. Перед просмотром данной серии хочу вам сообщить, что я запускаю конкурс на 5000 азакоинов. Для того, чтобы участвовать, все, что вам нужно, это поставить лайк данному видеоролику, оставить комментарий, быть подписанным на мой канал, ну а также активировать колокольчик. Ну и что ж, желаю всем приятного просмотра. Прямо сейчас я хочу заняться крафтом вечных ADD випок. Спускаемся в подвал нашего дома. Давайте посмотрим, что вообще для этого нам нужно. Обычные ADD-шки вот у меня, в принципе, имеются в немалом количестве. Вот, это, по идее, она. Да, сертификат вечного дополнения VIP. Сейчас соберу вот эти вот ресурсы и пойдем с вами крафтить. Так, ну ресурсы, в принципе, я собрал. Давайте посмотрим. Заходим вот сюда, далее вот это вот. Все, начинаем крафт. Шанс крафта 100%, как там показывает. Давайте крафтим первую вечную ADD випку. Хоть и шанс 100%, но я бы не удивился, если бы я не скрафтил, даже с таким шансом. Так, все, первая вечная ADD випка нам была добавлена. Вечные ADD випки стоят около 3 миллионов ситикоинсов. По курсу моего сервака это 600 миллионов. Так, еще одну вечную ADD випку скрафтили. Оставшиеся 3 ADD випки я крафтить не буду. Сейчас в моей группе ВК проходит на них конкурс. В описании данного ролика ссылка на мою группу ВК обязательно будет. Прибыл, короче, парни на Вайсити. Давайте посмотрим, что у нас в нашем автосалоне. Автомобилей, которые здесь сейчас на продаже, просто куча. Вы это, в принципе, можете сейчас видеть. Фуры, кастомные автомобили, автомобили с лица Хэллоуина, ну и прочее. Другие крутые тачки. Бизнес очень хорошо живет. За сегодня прибыль в данном бизнесе составляет 980 тысяч восьмидесяти коинсов. По курсу моего сервака это 200 миллионов бирт. Всего лишь за один день. И что самое, парни, главное, данный бизнес уже окупился. Буквально где-то дней 10 назад я его купил за 8 миллионов восьмидесяти коинсов. И уже на банке бизнеса данная сумма уже накапала. Давайте снимаем полностью всю эту прибыль. Все, на баланс зачислено, отлично. Ну что ж, теперь посмотрим, что этот бизнес принесет нам в будущем. 18-й серии нашей рубрики был момент, когда мы покупали данный бизнес, так что если вы еще не видели прошлые серии, то обязательно посмотрите. Сейчас взял свои вечные ADD випки, которые я скрафтил, различные кейсы, аксессуары, которые прямо сейчас я буду продавать на Vice City. Так, там скорее всего все лавки заняты, давайте возьмем лавку себе на этой стороне. Выставлю здесь себе лавку на улице, потому что сейчас скорее всего все лавки уже заняты. Так, лавку мы красивую поставили, ну и давайте теперь выставляем все наши товары. В принципе, неплохо, короче, поторговал, давайте спускаемся в наш подвал с вентиляцией. Забираем все биткоины, которые нафармились на наших видеокартах. Сейчас на самом деле заниматься майнинг фермой уже не особо выгодно, потому что биткоин в очередной раз упал, никаких намеков на какой-то хороший рост нету, и честно говоря, вообще хрен знает, когда он начнет расти. Вали Гаменюк, создатель данного проекта, сказал то, что у него есть желание вести какую-то новую валюту под названием Arizona Coin. Ее также можно будет майнить, и она будет иметь такую цену, которая будет постоянно постепенно расти. Но биткоин все равно в сердце, буду продолжать его майнить. Иду сейчас к цели в 1,5 миллиона биткоинов. Прямо сейчас, короче, собираю все свои ларцы пилота, которые мне напродавали. Ну а также заодно давайте возьмем ларцы Хэллоуина. Тоже, в принципе, я думаю, пригодятся. Надеемся на нашу удачу. Давайте погнали. Первые 50 ларцов. Буду открывать деталово, пока не выбью самолет. 50 кейсов просрали, продолжаем дальше. Выбивать самолеты, это дело я просто обожаю. По прошлым нашим сериям, я думаю, вы это поняли. Нимбус или Люксор, пожалуйста, приди. Эти кейсы тоже улетели, продолжаем дальше. Ё-моё, осталось уже меньше 50 кейсов. И самолеты до сих пор мы с вами не выбили. Это вообще очень плохо на самом деле. Никак не хочет нам выпадать. Так, ну шо, последние 10 несчастных кейсов. Ё-моё, не, ну я сейчас, короче, не выбью, это очевидно. Придется сейчас, да, добирать. Идем, короче, по итогу на крайние меры. Нигде у меня уже ларцов просто нету. Придется докупать за донат. Покупать буду по 50 ларцов. Сейчас уже идут довольно-таки жесткие растраты. Достигли уже 262 уровня. И давайте продолжаем открывать. Покупаю еще 50. И давайте их тоже вот сейчас открываем. Опа, все, ништяк, парни. Выбили самолет Нимбус. Открыли чуть больше 300 ларцов. И выбили данный самолет. Определенно мы будем в окупе, потому что такой самолет сейчас можно будет подать, но минимум где-то за 800. Так, сейчас повыкидываю весь хлам, который мне новопадал, который мне, в принципе, не нужен. Эти ресурсы, вот эти вот косточки, может быть, когда-нибудь в будущем, они чего-то да и будут стоить, где-то пригодятся, поэтому буду их потихоньку собирать. Так, подкрываю сейчас все свои ларцы, новопадала куча дропа. И сейчас, так, у нас есть 12 домов, давайте этим воспользуемся, заберем отчисление олигархам. Если, короче, у вас есть на аккаунте 5 домов, каждый день вы можете получать по одному ларцу олигарха в центральном банке. Если у вас там 8 домов, то 2 ларца, а если 12, максимальное количество, то вы можете получать по целых 3 ларца олигарха. Каждый день совершенно бесплатно. Докупил сейчас бочки своей нефтевышки. Не знаю, что там было в последнем обновлении, но прибыль в этих нефтевышках вроде как не выросла, как была около 2000, так и осталась. Сейчас хочу открытие ларца Хэллоуина, по идее довольно-таки давно никто ничего не выбивал. Сейчас попробуем что-нибудь да и выбить. Оп! Что? Сколько кейсов мы открыли? Буквально 21 кейс мы открыли и выбили байк под названием Хэллоуэй. Давайте глянем, да, вот он нам
добавился. Неплохой такой байк за 20 инкейс. Так, это у нас получается сертификат Hellway. Давайте его активируем. Ну, череп выделяется, неплохо. Вот это вот, конечно, немножко кринж, то, что персонаж не натягивается до ручек данного байка. Но если смотреть вот под таким углом, то, в принципе, все нормально. Ну, вроде как обычный байк, только, возможно, чуть пошустрее, да. Пошустрее обычного байка. Максимально чисто вот такой вот брутальный мотик. Отправляемся на мероприятие по БГ. На данный момент у меня 134 тысячи пикоинсов. Давайте нажимаем готов. Прямо сейчас уже можем купить любой осколок из Соара и продать его как минимум за сотню миллионов. Мероприятие началось, 65 участников, нормально. Слева вот игрок, который вот пойдет сейчас на вот эти вот дома. На вот этот район никто не идет. Единственное, вот очень жалко то, что нету машины. Давайте быстренько сейчас здесь лутаемся. Так, бронь второго уровня, отлично. Пришел парень, аккуратно. Будем сейчас с ним воевать. Давайте убиваем его. Зря ты сюда пришел, парень. Тут уже в живых не оставляют. Блин, там еще какой-то игрок. Так, я видел там еще одного игрока. Вот в этих домах вижу игрока. Вот сейчас его нужно попробовать убить. О, у него снайперка! Блин, говнюк нашел снайперку так быстро, и поэтому, к сожалению, да, все. Очень классно мы поиграли, 103 секунды, и мы пожили. Делаем дубль 2, падаем по новой. Ох ты, ё-моё, вот это, конечно, лут хороший. Еще и бронька третьего уровня, еще одна. Давайте пошмаляем по нему, один раз попали, брабус особо какой-то, ага. Давайте убиваем этого игрока. По-хорошему бы найти сейчас какой-нибудь УАЗик, и будет вообще замечательно. Так, вот есть какая-то тачка, но что-то ее особо брать не хочу. Видимо, в этом городе тоже никто особо не лутался. А, нет, вот есть один парень. Капец, он настреливает нормально, Мия Макдейл. За это мероприятие получили 3000 эпикоинсов. Уже 138 тысяч потихоньку накапливаем. Прибыл, короче, сейчас на Вай-Сити. Время сейчас довольно-таки раннее. 5:30 утра по московскому времени. И при условии этого онлайн на Вай-Сити 7-6 человек. Я забил себе специальный интерьер различными кейсами, ксуарами и прочей лабудой, чтобы сейчас опять заняться торговлей. Хочу вам сразу к слову сказать о том, то что сейчас такой аксессуар, как мешок с мясом, прям жестко проапгрейдили. Он теперь автоматически каждую минуту, кто не знал, восстанавливает 1% голода. Даже если его не юзать, он автоматом будет вашу сытость выполнять. То есть аксессуар реально жестко подняли, и те, кто будет с ним ходить, они будут максимально, то есть всегда сыты. Так, сейчас пока рестарт, лавок свободных куча, давайте вот занимаем. Очень круто то, что после последнего обновления добавили возможность выставлять товары по поиску. То есть, допустим, я хочу вот сейчас выставить на закуп воздушные шарики. Я просто вот беру, пишу слово воздушные, тут выдаются данные шарики. Так, мы берем их на перепродажу, берем их вот по такой цене. И вот так вот все остальные шарики тоже закуп выставляем, все цвета. Очень круто то, что вот это вот все для центрального рынка на резоне сделали. Так, помимо этого, давайте еще, наверное, поскупаем ларцы пилота, а то их у меня уже нехватка. Помимо этого, можно поскупать осколки различных аксессуаров, может быть, кто-нибудь продаст, чтобы далее их скрафтить. Ну и можно по приколу выставить на закуп воздушные вот такие вот шарики, может быть, кто-нибудь да и решит продать. Осталось выставить все то, что у меня с собой на перепродажу. АДД випки, которые я скрафтил, я выставлю на продажу по 3,5 миллиона, если у меня получится их продать, я буду их крафтить. Себестоимость крафта такой одной випки мне обошлась где-то в 500 миллионов. Если у меня получится их продавать по 700 на Вай-Сити, я возьму это на заметку и буду тоже вот заниматься крафтом данных випок, чтобы с них тоже хорошо зарабатывать. Ох, парни, сейчас таким кайфом повыставляю все это на продажу и просто завалюсь спать, как нормальный человек. Данная же, парни, конкретная серия подходит к концу, набираем 1500 лайков, выходит новая 21 серия. Для тех, кто не знает, в моих планах закончить данную рубрику максимум до нового года, максимум до 30 серии. На этом данная серия подошла к концу, всем желаю удачи.